Сегодня вечером я собираюсь, как обычно, в пятницу провести великолепное время со своими друзьями, с новыми знакомыми, старыми знакомыми, хорошо отдохнуть. Очень интересная игра, захватывающая, логически можно подумать, и просто отключиться от всяких проблем. Ну, мне нравится какая-то загадочность. Какая-то непредсказуемость и неизвестный, кто есть кто, и что предстоит разгадать. Целый детектив. Возможность доминировать над людьми, сталкивать их эмоции, побеждать их, играть людскими чувствами. Драй. Ну, поскольку я ведущий, я всегда доминирую. Всегда держу людей в кулаке. Можно хитрить. Можно в процессе думать, кто хитрит. Можно еще и перехитривать других. Но у меня это не особо получается. Почему-то я часто ошибаюсь. Просто нравится мне играть. Нравится непредсказуемость. Потому что приходится брать и себя кого-то строить. Я не умею. У меня есть правило. Это не трогать вначале новичков, чтобы они насладились игрой. И вот их мне жалко убивать в самом начале. Я самый честный, мирный житель, правда. Я не понимаю, куда я попал.